Здравствуйте! В эфире новости Смоленска АЭС, в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Мы убедились, что безопасность на Смоленской АЭС на высшем уровне. Представители МЧС региона убедились в безопасности атомной станции. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Мощность энергоблоков суммарно составляет 21 989 мегаватт, что составляет 98,2% от планафа. С начала года 104,2%. О техническом состоянии Смоленска АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе второй и третий энергоблоки суммарная нагрузка 2126 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Энергоблок номер один находится в текущем ремонте с 24 марта по 29 апреля длительностью 37 суток. Выработка электроэнергии за 3 дня апреля составила 102 миллиона киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 6 миллиардов киловатт-часов, сверхплана – 770 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС обеспечена высокая степень безопасности. В арсенале атомной станции имеется целый комплекс мобильной противоаварийной техники. В этом убедились представители регионального МЧС и пресс-службы губернатора, совершив 31 марта технический тур на ведущее энергетическое предприятие области. Гости признались, технический тур позволил убедиться в том, что на атомной станции каждый шаг анализируют с позиции безопасности, используют лучший мировой опыт, чтобы постоянно повышать профессионализм персонала, совершенствовать производство, гарантировать защиту от внешних экстремальных воздействий. Впечатлило. Организация вопросов обеспечения безопасности, я имею в виду доступа, контроля и радиационного, скажем, как организован радиационный контроль, как на территории, так и на прилегающей территории. Делегация побывала с экскурсией на промышленной площадке, посетила полномасштабный тренажер блочного щита управления, а также пожарно-спасательную часть. Все замечательно, все очень интересно, и не только, я считаю, здесь можно кругозор свой расширить и узнать много нового, и понять, насколько действительно наша Смоленская атомная станция защищена, какие здесь работают настоящие профессионалы. То есть мы это вот убедились воочию. В рамках визита состоялся также круглый стол, посвященный вопросам обеспечения безопасности, гражданской обороны Смоленска АЭС и информирования населения и СМИ о происходящих событиях. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания.